Самыми популярными и востребованными специальностями у кандалакшской молодежи остаются такие, как машинист, компьютерные системы и комплексы, электроснабжение. Отсюда и конкурс «Три человека на место». Возможность учиться в колледже получили ребята средний балл школьного аттестата, у которых равен 4. Молодые люди понимают, рабочая профессия – это отличный старт. Возможностей для трудоустройства в будущем больше, а значит, будет и стабильный заработок. Я захотел стать электриком, у меня дед электрик, вот он мне будет помогать, я работу найду быстро, в принципе. Электрик – это востребованная профессия, могу идти потом после армии работать. Электроснабжение, вот туда меня позвали уже, сказали, место заняли уже, все. Еще одно востребованное направление – сварщик. Монтаж современных мастерских для ребят, которые решили овладеть этой специальностью, сейчас завершается. Студенты колледжа будут учиться на новом оборудовании. Когда во время, например, круглых столов с руководителем предприятия, во время проведения WorldSkills'а приходят к нам руководители различных предприятий, да, посмотреть, на чем мы учим, обучаем ребят, и удивляются, что такое оборудование у нас на данный момент, что не во всех предприятиях есть. Опять же, то же самое сварочное оборудование. Везде на предприятиях стоят обыкновенные сварочные преобразователи, трансформаторы, да, а у нас уже полуавтоматы, автоматы финского производства. Это самое высококлассное оборудование на данный момент в мире. Новыми мастерскими и современным оборудованием в Кандалакшском индустриальном колледже, конечно же, не ограничиваются. Педагоги и мастера производственного обучения постоянно повышают свою квалификацию. Уровень подготовки будущих специалистов растет. Так, например, учащиеся отделения повар-кондитер, помимо основных предметов, теперь будут изучать еще и молекулярную кухню.